Христа, работать как можно. Пока только. Поэтому я и проговариваю этот момент. А если у души был, то есть я сейчас еще раз возможность дала, как бы открыться в душе, да, состояние именно, что здесь и сейчас, для чего она пришла, с чем работать все-таки. Может, все-таки как целостно уже, но все-таки опять туда же, то есть она ехать, я не видел, что ветви идут не просто так, не просто так. То есть есть верх и низ, ниндзяй. Род и Бог неразделимы. Род – это инструмент, еще раз говорю, рука Бога. Волшебство. Да, все просто и гениально. Это да. Не делает никакой инструмент, не делает. Ну и читать это внутри себя, конечно. Конечно, внутри себя. Не искать наружу. Внутри просто себя я много поднимать. Лет искала наставника. И такая, да где мой наставник? Ну дайте мне уже наставника. Сейчас понимаю, что действительно очень многое внутри. И наставник он нужен. Наставник, чтобы алфавит выучить. Да. Готовность. Ура. Ура. Это сейчас. Да, если здесь раз, то здесь столько, то он нужен. Он ведь себе не дали. Не дали. 100% времени. Все так. Возможности здесь сейчас. Прекрасно. Пригласи это не себя. И все, ты оказался, что ты не имеешь желания. Но кто-то очень сильно боится. Ничего страшного, это личность боится, душа-то нет. Давайте я еще объясню, что такое досочки. Это тот огонь святой, который помогает понять на личность его и на душе. На душе нет боли. Боль только там, где есть определение личности твоей, где еще нет доверия Богу. Вот если вы можете включиться на досочки, на доверие к Богу, боль будет уходить. Если должно быть и эйфория, там прямо танец тела начинается. Все освобождается прямо от этих блоков, как смысл его всего внутреннего, что набрано. Если идет сопротивление, то идет боль, но все равно тоже выход идет. Доверьте, все равно постарайтесь довериться. Есть две молитвы. Какая больше вам слышит, то вы используете. Верить, какое для той жизни. Светлая душа моя, свет радости душа, лучшая душа. Или все смогу, исцеляющий меня боли, то есть душа, да? Все смогу, укрепляющий меня боли. Бог, ты твоя личность. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Это личность. Душа говорит. Что преобладание души, то есть она доверяет Богу. Доверяет человеку. Открывается. А можно вторую еще раз я напишу? Да, я тоже хочу. Все смогу, восцеляющий меня Бог. Все смогу, восцеляющий меня Бог. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Все смогу, восцеляющий меня Бог. Все смогу, восцеляющий меня Бог. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Бог, я твоя. Я не успела. Все смогу, восцеляющий меня Бог. Укрепляющий меня Бог. Укрепляющий. Исцеляющим, потом укрепляющим. Все смогу укрепляющим я буду. Бог, я твоя. Ты Бог, я твоя. Бог, я твоя. Я вижу, организатор помог вам. Я сейчас вас познакомлю, сначала с ними убегайте. Массаж что сделали? Нет. Мы же предполагаем, а Бог располагает, так идет, мы же залили полностью. По запросу располагаем, предполагаем. Но у Игоря нету, представляешь, его. И найти он не может нигде. У него большой только хрустальный. Они у Игоря были, да? Да, они на чашах были, как раз тогда он проводил эту церемонию. Ой, Игорь, Ильдар перепутал, Ильдар.
Я для каждого сердца сейчас чая не буду. Только вот на нем. Вы слышали такой? Прямо искрометный вверх. Звук. Такой тоненький, я не веду, как это, как низкочастотная вибрационная, это высокочастотная. А, да, вот высокочастотная. Теперь берите садовую мяту. Анечка с Алиночкой знают, как этим пользоваться, прежде чем идти на досочки. Мы сейчас эфирными маслами немножко настроечку получим, помощь от них. Девочки, ну-ка, дочь, помогайте девчонкам. Нет, блин. Это я. Ты поддержишь Алина, да? Вы рядышком держите, может, ты тоже не слева справа? Нет, задовая. Где мажу кемечка? А, забыла? Нет. Не кемечка, а не лоб. Ты забыла, садовая мята. Это наш духовный... Держи, ты с перечной перепутала. Перечная – это аура. Это садовая, поэтому мажем тут, мажем вот тут, мажем седьмой позвонок, мажем сердечную чакру, пупок. Вырежем мысли. И крестец. И потом на ручках мажем, и потом опционарим. Да, крестец – это вот эта вот косточка вашего. Анечка, ты что-то знаешь, зачем не стал помогать? Сидишь в стороночке. Там вах. Девочка. И ремную впадинку горловая чакра. Но мы ее с двух сторон. Вот и седьмой позвоночник. А еще вот здесь, где твои гордыни живут, у нас вот тут спальня. Мне туда там прям вообще надо обновить. Дыши пока. И прям почувствуй вот этот стержень. Стержень, свою устойчивость в боке, в душе. Вот, стержень. Нет, стержень почувствуй сначала. С двумя методом стержень. Просто дышишь и себя душу вспоминаешь, обращаешься к себе. И ведет классовое дыхание. Ну я же отвожу камеру, что вижу, я не смотрю. Застеснялись. Держи, Алина. И рядышком стойте. Аня, Алина, пожалуйста, за ручки держите девочку. Девочки, с собой настоящие, девочки, с собой настоящие.
вечно мятая аура была, но сейчас нам надо свежую, устойчивость в себе, в истинной. Да после этого, да сколько раз уже делала я вам саду и перечный забыл просто. То же самое, конечно. Это основное желание важное. Очень важное. Конечно, очень важное желание. Сейчас мы возьмем перечень мяты, девочки, пусть соединяйтесь пока. Стволы свои тоже восстанавливают, Алина. Аня, не уходите от этого. То есть с девочками, со своими внутренними душами-то пообщайтесь. А перечень мяты мы сейчас пойдем дальше. Свидание такое не будет. Перечная мята трансформирует сейчас, успокаивает сознание, то есть личность успокаивает, гармонизирует, чтобы не было сил больше. Именно такие, как вы понимаете, вырвем ауру, гармонизируем. Перечная мята, то есть садовая, в области я уже выравнивает, устойчивый дает. Сейчас затанцуем. А перечная восстанавливает ауру. Сильно-сильно, прям сейчас сильно надо, чтобы горячие-горячие руки стали. Прямо сильно-сильно, быстро и сильно. Вот таким макаром. Сильно-сильно-сильно-сильно, прям давим и прям. Вот так. И теперь смотрите на меня. Вдох вот так вот, прям глубокий и в животик. И выдох. Восстанавливаем свою ауру, гармонизируем ее, выглаживаем. Всех сторон. Осознанно прям выглаживаем сами. Вдох прямо глубокий до животика. И выдох такой же через ротик. Да. Освобождайтесь от всего нужного, от страха, от сопротивления. Выравнивайте себя в осознанности. Видите, в садовой мяты как бы танец такой даже шел, да, немножко это, а тут другое, это вот как раз наш биокомпьютер запущенной энергии в ауре. Да, вот хорошо. А надо, чтобы вот туда ушло вообще. Давай. Здравствуйте, почки. Хорошо. Страхи в почках сидят, значит, камни там да, тоже есть, прикинь. Конечно. Угу. Обиды старые, с прошлой жизни не проработанные. Выстроили ствол свой, с собой соединение стоящий. То есть ствол это выстраиваем соединение с собой. Тело немножко от природы, это целостно, что ты хочешь, тело будет после сильно.
Нормально, постой, это покаяние, поза покаяния. Отлично. Вот, личность смиряется, освобождается. Иначе бывает очень классно, на коленке, когда встаешь, локтями землю трогаешь, ладошками, и лбом прям в землю упираешься. Я сейчас встала, я чувствую, не дошла до этого просто. Сначала, да, растянуть позвоночник хочется. Да, да, да. Знакомство с досочками, да, можете со своими коленками сними. Сколько тут миллиметров? Высота? Ну, вот между гвоздочками. Ну, мы же не мерили, мы чуть-чуть разные планы. Можно подумать, послушать белые снимки, но мне это не знаю, что я буду не знаю. Да, помогай мне, ты бы молодец. Свет справа. Где Анечка? А, вот она. Thank you.
направит тебя в жизнь. И светла моя душа, и вера, цветы радости звучат, потому что я душа. Хорошо, хорошо. Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Свет и радость излучаю, потому что я душа. Пишите, помогайте девочке с обычными людьми. Так мама всегда работает с ними. Вместе с ними ближе допускает. Я еще одну единственную минуту хочу показать. Вот образный звук. Я постараюсь так идти. Первый человек прекрасный. Вдох, когда делаешь, на раз расширяется, как вы пытаетесь, расширяется, да, раз расширяется, на выдохе раз сокращается опять силу, берет как воздух, продыхивает, первая чакра, вторая оранжевая, продыхиваем также, на вдохе расширяется, на выдохе собирается, на выдохе расширяется, на выдохе собирается, то же самое желтенькое, да? Жизнь и светла душа моя, свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя, свет и радость излучаю, потому что я душа. Я легко иду по жизни, и светла душа моя, свет и радость излучаю, потому что я душа. Я доверяю душе, я доверяю душе. Я снимаю противоречие страх перед Богом, отпускаю. Ты понимаешь, что такое душа, что это не дает, это не терпит, а сам не понимаешь, что это не терпит. Не надо терпеть, отказываться от помощи, доказывать, что я сам. Поэтому все эти ретриты с досочками, я прям в шоке. Истинно так. Личность, понимание личности, в каком она состоянии, в душе пока, восприятие, это все показывается в голове. И в этот момент личность может развернуться, найти в себе силы, отпустить свой страх перед Богом. Ложный, который навеян, понимаете, со всяких разных сторон, что Бог мог наказать или еще что-то, что это не истина, это ложь. Бог только любит и дает возможности, силы. А личность сама из-за ложных знаний, верований, вот как раз книжку, которую мы все объяснится там, потому что стала я лучше личность, оторвалась от Бога, души, стали, если не вышли из стали, и все, сейчас там все рассказывается. Валенька, иди вперед. Суд давай для мамы. Это очень важный момент. Хорошо. Чувствуешь, как канальчики начинают динь-динь-динь-динь это в теле прямо, да? Танюш? Вообще. Угу. Как будто рождение, да, проходит? Горят стопы.
канальчики родовые открываются, центральный канал. Да. Это же еще массаж для всех органов мощный. То есть для физики это замечательный массаж для всех органов. То есть идет пробивочка энергетическая прямо по всему телу через ступни. Это кроме как духовные сути, я имею в виду, что еще дается через эти досочки. Даже когда человек в ложном через эго-гордыню работает, он все равно, он, по крайней мере, массажирует все органы. Я уж поэтому молчу, что там происходит. Ну, как бы, хотя бы массаж физическому телу дает всем органам. Потому что не передает суть досок. По углям это то же самое, это все одно. Это все из одного. Стёпа, полугря, подросток, всё из-за того. Святой путь, радужный путь, личности Бога. Радужный путь, личности Бога. Благодарю. Если это уходит с собой, значит, больше не должен. Больше нет вашего сознания перед ни жизнью, ни страхом перед душой. И все время осознанно куда идете, это работа для очищения, для того, чтобы больше и больше положить страх, освобождение. И место, место освобождения появляется, наполняется истинным знанием. Сейчас вы освобождаете ложь, истинные знания, которые вы сегодня получали, они там укоренятся, у них будет место, куда расти, понимаете? Я легко иду по жизни, и светла душа моя. Ты пой прямо. А можешь на языке? Анечка, ты же можешь сразу на языке божественную молитву петь для себя. Пой. Пой, разреши. Душу включи, молитву пой. Не личность, а душу, душу, пусть личность доверится. Хо себе хаме тором, судны те гиаранатыем, хоотан. На личности топаешь, понимаешь? На терпеже. Надо открыться и довериться. Все, поможете? Будьте рядышком. Я
Так, так с личностью справляемся. Не зажимайся, отпускай этот страх, не держи его внутри, отпускай, расслабься наоборот. Так бы боли не было, доверяйся, расслабься, меньше больно будет, если расслабишься. Вот, молодцы. Хорошо. Отпускай, отпускай это сердце сейчас. Артон, выдыхай. Выдыхаешь мышцы, выдыхаешь все. Голова. Сильнее летит, это не страшно. Самое главное, идти вперед. Как бы страшно не было, как бы было, идти вперед. Заснуть. Дыши, 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 мощное соединение с Богом есть, она там отдыхает прямо. Света радости встречает, потому что я душа. Коронная чакра. Заметила, коронная чакра очень сильно работает у тебя из всех. Прям по мне где-то. Как бы больно не было, как бы страшно, она идет вперед, она пройдет, она исцелится, и потом опять придет к себе. 100%. Слушай, ты молодец. Потри прямо лапки, 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 лапки свои кулачками потри. Хорошо. Не жалей, не жалей, а любя прям сильно, чтобы быстрее освободиться от этого. Жалость ничего не дает, только вера и любовь. Расслабляйся, скажем, больше и больше не
Бог, я твоя. Бог, я твоя. Бог, я твоя. А что всему этому скрепление дает? Дух. Дух не развивается без трения. Частный прокачивает дух. Желание, дух дает движение. Дух дает радость. Дух дает силу. Вот он дух. Хаме. Через пуповину входит энергия. Дух. Духа. Вот и абсолютно. Так что такое истина Святая Троица? Да. Дух, душа, тело. Мы замечаем личности ко мне. Ну, тело называют личностью. Тело, сознание. Вот этот биокомпьютер. Ну, душа и тело едины. Целостно. Прямо боги. Здесь на земле прямо. Не просто боги прямо. То есть личности. А здесь боги. Единство в целостности. С родом, с духом, с Богом. С душой. С духом. Это освобождение. Это освобождение от напряжения внутреннего. Постарайся, как бы больно не было, найти силы расслабиться. Потому что расслабление – доверие Богу. Вы помните? Расслабление – это и есть энергия доверия. Научитесь доверяться, расслабляться. Прямо все прямо. Старайся расслабиться, найди себе на расслабление, на доверие. Живот освобождается хорошо. Хорошо, на животике прямо часто. Вот так. О, доверься. Молодец. Лечи по сравнению. Нормально. Видишь, у тебя поза так правильно. Видишь, ну, девочки, как она тело слышит хорошо. Тело хорошее. А мне прям правильно. Вот это. Вот, вот. Расслабься. Доверься. Расслабься. Найди силы расслабиться. Доверься ему. Вот. Хорошо. Доверяют, доверяют, расслабляют. Мне напряжение, страх снимает. Хорошо. Поблагодари себя, ты дошла, справилась.
нашла силы в себе. Ты справилась. Поздравляю прям. Поздравляю. Всегда поток, чтобы Бога и рода и духа были во всех. Это я коротко рассказала, я вам дам видео, где вы все поймете. Но оно не только к роду относится, к всему. То есть наша сестра, наш брат, наша дочь, наш сын. Наша мама, наш отец, да, наш папа. Понимаете? Наш. Бога, рода. Наш. Ничего нет, 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 Луба, ничего не играет. Целости для всех потоков. В объятия, желания. Желаю Гостею, желаю нашей дочери рассвета. Желаю нашей дочери здоровья, желаю нашей дочери мудрости, желаю нашей дочери подъема, возврата к себе истинной, ощущения и понимания богини. Желаю. Благодарю. Принимаю. Я благодарю Михаила. Нас будет. И тут тоже не разберем. Нас будет. Все вместе, мы единое целое. А из-за тебя ты четко понимаешь, что мы единое целое. Я тоже в общем тебя. Yeah.